Конечно же, хранение персональных данных – это достаточно важная составная часть. И обязательно государство должно этим заниматься. А о чем идет речь? То есть это моя фамилия, моя фамилия? По нашему закону имени и фамилии уже достаточно. Другими словами, все, что вы прибываете... Я крепостной этого государства, что ли, получается? В информационном плане на сегодняшний день получается так. И при этом преференций никаких, но ограничения очевидные. С точки зрения бизнеса ограничения очевидные. С точки зрения хранения персональных данных россиян, я вот хочу вас спросить, вы сталкивались с проблемой хранения персональных данных в каких-либо системах? Вообще об этом когда-либо слышали? Я об этом даже не задумывался. Подождите, а если сам Юрий Пронько дает право на использование своего имени и фамилии Юрия Пронько там на каких-то сайтах? Здесь гораздо проще сравнить, что водительское удостоверение не является вашей собственностью. Ну или как наши пенсионные деньги.